На месте. Мы приветствуем Виолетту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Что-нибудь видно визуально? Она повреждена очень, как съедена. Одного глаза нет. И в то же время, как опухшие эти места у нее. Хорошо, посмотрим, какой паразит это сделал. Сканер, дай мне полноту души Виолетты на настоящий момент, на начало работы. 85%. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Виолетты, под ногами, клетку, тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Виолетты, находит все. Ящер у нее. Ящер. Хорошо. Кушает. В руках у него что-то, он кушает. Считай цифру у него над головой. 344. Хорошо, ящер. Еще есть кто-то? Сейчас есть, да. Кто смотреть? Хамелеон. Хамелеон. Инсектоид. Инсект. Демон. Какой? 14. Все. У кого есть контракты с Виолеттой? Ни у кого. Сколько находится демон в этом биополе? 4 года. Сколько находится инсектоид в этом биополе? 2 года. Сколько у тебя инкубаторов стоит? 1. Сколько находится хамелеон в этом биополе? 7 лет. И сколько находится ящер в этом биополе? У него прыгают цифры. Снимаются маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Если ящер с кем-то связан, выстраивая каналы к другим ответственным, притягивая всех в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Но от него идет, что это его добыча, он ни с кем не связан. Добыча? На самом деле ты моя добыча. Ты находишься полностью здесь, под моей властью. И ты сегодня очень недалеко стоишь от того, чтобы познакомиться с энергией живой плазмы. Насчет добычи. Вот я тебе хотел вот это сказать, ящер. Не итак, смеется. Ящер получает удар 250 тысяч герц. Удар. Влад, сожги его защиту. Защита сожжена, удар он получил, и он пробит, и начинает еще больше, быстрее есть то, что у него в руках, чтобы заполниться энергией. Вытаскивает то, что у него в руках, переходит в соседнюю клетку. Он как весится. Ящер, следующий удар будет уже в горло тебе. Я последний, третий раз спрашиваю и перехожу к твоему уничтожению. Сколько ты находишься паразит в этом биополе? 10 лет. 10 лет. Хорошо. Ты сегодня получишь незабываемое впечатление. Тебе сегодня будет не до смеха. Это я тебе гарантирую. Итак, даю команду тонкой копии Виолетты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низкооперационные энергии, лизни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Виолетта? Демон порталами пользуется. Кто присутствует в дочери Виолетты? Никто из них. Отлично. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Виолетта забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. До 100% все возвращается назад, все, что украли. У нее, скорее всего, конструкция ящера внутри. Вытащи ее, пожалуйста. Хорошо, сканер, стоп. Сканер, просканируй сейчас Виолетту, выведи эту конструкцию. Все к этой конструкции подключенные чипы, датчики, импланты подсвечиваются, пульсируют. Сканер их видит, выводит это все из биополя. Как все до 100% выйдет, отправляя конструкцию в клетку-тюрьму. Сегодня эта конструкция будет одета на ящера и включена на полную мощность. Виолетта, вы хотите дать откат этому паразиту, вернуть ему всю эту боль, которую он вам в течение 10 лет причинял? Хочу. Да, будет так, а так и есть. Конструкция вышла, она в полный рост ее, и она в какой-то пене, что ли, слюне. Ну, это его жидкость. Хорошо, отправляю ее в клетку-тюрьму. Сейчас выстраивается прямой канал от Виолетты к этой конструкции. Виолетта реверсом отдает все негативное, патогенное, низкооперационное, что она получила от этой конструкции. 1, 2, 3. Энергии пошли, все, до 100% негативное возвращается назад. Этот ящер, он нервный какой-то, он то топал, стоял, теперь тянется к этой конструкции, в другую клетку. Он ничего не может достать другой клетки. Но он тянется. Влад, дай ему удар, чтобы он никуда не тянулся больше. Удар. Но ты его пробиваешь, он еще больше рычит и машет. Замер ящер.
Замер. Реверс закончился. Отлично. Теперь устанавливаю фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Виолетта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Все, что на чистоте Виолетты находится, мощным потоком пошло назад. И частички души возвращаются. Отлично. До 100%. И биоматериал заполняет вот эти откусанные места. Глаз заполняется? Да. Отлично. Ждем, вытягиваем все назад. Все свое по праву. Готово. Хорошо, сканер, полнота души Виолетты на настоящий момент. 100%. Отлично. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инсектоид. Выходи первым. Вытаскивай свой инкубатор. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Никаких следов, чтобы не осталось. Готов. Хамелеон. Ты где сидел? В сердечной чакре? Да. Скреб на сердце? Опустошал. Опустошал. Выходи, опустошитель. Вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью, чтобы никакой твоей... Даже следа не осталось. Опустошение она чувствовала. Тут даже трудно и понять это было. Как ее опустошал этот паразит ящер, и как ее опустошал хамелеон. Но 7 лет, 10 лет – это довольно приличное воздействие. Он все снял. Хорошо, демон. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Скажи мне, где находится лярва в ее биополе? У меня как камень на сердце лярва. Это от чего? От хамелеона? Нет. Ее личные переживания? Все вместе. Она все собирала там. В сердце. Понятно. Хорошо. Ты хочешь получить эту лярву? Хочет. Тогда сначала вытаскивай, доложи, что ты все снял, я дам отдельную команду. У него на ноге веревка была, когда хотел, дергал, снялся. Хорошо, разрешаю забрать тебе эту лярву в сердечной чакре. Где еще находится лярва? Где-то есть еще? Надо как в паху показывает, а не лярва. И там забираю тоже эту лярву. Затемнение. Затемнение, хорошо. Готово. Сканер, просканируй сейчас Виолетту на чистоте ящера и его конструкции. Осталось ли что-то незамеченным? Биополе. Пошел сканирование. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Виолетты с ящером, его конструкцией, хамелеоном, инсектоидом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Виолетте. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкоаббрационное, чужеродное, остаточное энергии на частотах интерферентов и их энергии. И под ключик все это выходит, формируется перед ней в шар. Пошел процесс? Есть. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, демон, хочешь получить эмоциональный фантом перед тем, как я тебя в квартиру отпущу? Хочет. Значит, назовешь мне тогда первопричины, несколько первопричин из перечисленного мною. Выходит эмоциональный фантом Виолетты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоаббрационные эмоциональные энергии и агрессии. Все это низкоаббрационное, ей сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня такой ближе к черному цвету вышел фантом клубы. Хорошо. Виолетта, вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачивай эти энергии в шар, забираешь демон. Забирает. Отправляю демону и слушаю его. Он говорит, что проще сказать, что в ней нет из того, что ты перечислил. Ну, депрессия, страх, апатия. Скажи, это ее личные черты или это было под воздействием интерферентов? Под ящер. Воздействием. Под воздействием. Хорошо, здесь все понятно. Больше у меня вопросов к тебе нет. В дом я тебя сейчас отпускаю, собираю все, что ты там оставил. После этого ты мне покажешь все порталы в доме. Ты один там или есть бес с чертом? Черт есть. Хорошо. Значит, после того, как все соберете, один из вас покажет мне порталы. Я их закрою. После этого я могу собрать весь негатив в этой квартире и отдать в дорогу. Устраивает такой вариант? Да. Хорошо. Открывается портал в квартиру Виолетты. Демон уходит в этот портал, собирает все, что он там оставил. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Инсектоид и хамелеон. Вы больше никогда не войдете в это биополе. Вам понятно? Понятно. Открывается наверху два портала, один на чистоте инсектоида, один на чистоте хамелеона. Инсектоид забирает все, что принес, уходит в свой портал. Хамелеон забирает все, что принес, уходит в свой портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, у нас остался ящер. Ящер может двигаться и говорить. Итак, ящер, что ты мне хотел сказать? Ты забрал мою добычу. Серьезно? Ты думаешь, что это безнаказанным останется, то, что ты сделал? Безусловно, я могу тебе всю эту боль отдать, но
я боюсь, моим коллегам межгалактической полиции тогда будет трудно с тобой работать. Поэтому я вызываю сейчас Ли. Ли, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь ящер 344, находился 10 лет, украл 15% души, мы вернули, конструкция находится в клетке. Он съел практически один глаз уже у человека, и другие органы жевал там. И мы что-то вытащили, что он там быстро кушал, находится в соседней клетке. Я это убрал, я не знаю, что это. Посмотри, пожалуйста. А забираем его? То, что он кушал, уничтожить. Вот тем, что он ел, открывая воронку в галактическое ядро. И это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Конструкция тебе не нужна? Нет. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяю. Готово, его забрали. Отлично. Клетка пустая? Да. Хорошо. Виолетта, не беспокойтесь, там им займутся плотно. Это наказуемо, то, что он делал. Поехали по частотам. Хорошо, Виолетта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я привыкаю к энергиям. Отлично.